Привітання, Яна. Тільки лапи пряч від машинки. Ось я ще. Що ти таке задумав? Гэта ж звичайна цацка. Для кого цацка? А для кого предмет? Для рекорда. Можна трошечки подрабязней сябровцы розказаць, що за предмет, що за рекорд? Ну, добра. Ось ти бачила, як самые мужные спортсмены спаборничают у перетягивания великих машин. Бачила. Некоторые легковые машины спробуют скрануть с места, другие тягнуть трактор. А есть такие моцные волоты, что отваживаются скрануть с места чыгуночный вагон. И як тебе подобаются такие мужные спортсмены? Вядома. Яны вартыя павагі. Вось і я хачу паспрабаваць зрабіць тое ж самае. Скрануць з месца вялікую машыну? Угу. Пачну з машыны сярэдняга памеру. А калі ў мяне атрымаецца, правяду эксперымент і з чым-небудзь больш цяжкім. Топа, ты ж яшчэ дзіця. Думаеш, у цябе атрымаецца такі складаны рэкорд? А ты не глядзі на мой узрост і рост. Галоўнае, гэта настрой на спартыўную перамогу. Калі я ўзяўся за такую справу, давяду яе да канца. Топачка, гэта вельмі-вельмі складана. Лічыш, атрымаецца? Так, Яначка, ну-ка, пастой, калі ласка. О-о-о, ось тут. Угу. А то я раскудахталася, быццам не лізка побач со мной, а курыца. Хто курыца? Я курыца? Ну, можа ты на самой справе і ліса, але вядзіш сябе быццам курыца. Я зараз возьму і пакрыўджуся. Скажи еще, что ты возьмешь и выйдешь с покоя. Возьму и выйду. Стоп! А кто тогда будет свидетелем моего рекорда? Никто. Так, стоп. Так не бывает. На рекорд повинны глядеть. Там усядай и гляди. Только раби это тихо. Добро. Тады і ты помаўчы і засяродься на справе. Збяры ўсю сваю моц і цягні. Так і зраблю. І раз. Ой. І яшчэ раз. Ой, топа, спыніся. Можа, табе спачатку для рэкорда меншую машынку ўзяць? Меншую? Меншую кожны можа ўзяць і рэкорд усталяваць. А вот с машинкой такого померу могу справиться только я. Але покуль что ничего у тебя не отрымливается. Ой, это покуль. Да и ты мне все-таки перешкаджаешь и куда хочешь. Топа. А можно я попробую ее с места сунуть? Ты? Ой, да ты что? Ты школа, маленькая девчинка. Ой. Я вельми спортивный, и у меня может отрыматься. Попробуй, только осторожно. Машинка. Давай. Зроби з Яной
тебе нічого не отрималося. Тепер моя черга тягнуть. Так. Опа, нечто у тебе не отримливается. Сам разумею. Тогда, может, тебе откласти свой эксперимент на день, чи на два, трошки сил назапасить. Ну, это можно. Только коли у гэтый час кто-то еще поставить рекорд, тогда мне что робить? О, ты поспробуешь большую вагу. Гэтые рекорды можно ставить да ставить. Не, я трошки передыхну и буду протягивать справу. Добрый вечер, ой, деточки, мои любые кветочки. Салют, дядуля. Привитание. Сядайте с нами, коли ласка. О, буду гостем на гонках грузовиков? Не, гонок у нас як раз не будет. Тому что топа не может машинку с места скрануть. Ого, великая машина. Треба было когось покликать на допомогу? Ну, мяне чи Яну? Не, Яна так само спробовала. Ничего у яе не отрималося. Ого. Справа у тим, что у нас тут не гульни, а серьезные рекорды. Ай-ой-очки, а я и не ведал, что у вас такое серьезное мероприемство. О, мне треба было неяк подрыхтоваться. А? Что вы, дядуля? Вы глядите, а я поспробую всю мод собрать, да машину с места скрануть. Ага. До этого часа у топа это не отрымливалось. Ты у меня так само. Так что... Рекорд покуль, что прошел мимо нас. Ага, а разом вы не спробовали рекорд усталявать? Не, а что это за рекорд таки будет? Агульный? А чому не? Можете и меня взять у свою команду. А хиба так можно? Можно. Отрымается самый лепший сябровский рекорд. Сябровский? Николи про таки навод не чул и не сдогадывался. Бывает, что некая справа одному нияк не удается, кольки не спробуй. Уявите, коли ласка, что каждый из нас тонкая галинка. Я? Тонкая галинка? Это цікаво. И... Расу! А? Ой! И так легко эта галинка ломается. А зараз попробуем взломать вот такой букет. А? Зробить это не так просто. А значит, разом мы становимся мощней и уже можем справиться с той справой, якая до этого у нас не отрымливалась. Усё зразумела. Тогда давайте попробуем сунуть гэты грузовик разом. Так, вось, тримайте. И раз. Отрымалася, отрымалася. А зараз давайте зробим еще одну справу разом. Сдогадались, якую? Поглядим мультфильм. Глядим. А зараз, деточки мои любые кветочки, час чистить зубки, мыть тварики и отправляться в ложечки. Цікавых усім снов. И новых рекордов у снах. В очки закрываются, сны казки починаются. Отползает в куталёки, сбегает зайка.
Шаня, ты закрывай. Баю-бай, баю-бай. Шаня, ты закрывай. По крысе, на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все. Спять машины в гаражи. Ты так сама, Каля, мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.